Всем привет, с вами вновь Билли, Поттер, который, замечу. Вот, и мы продолжаем проходить... Так, что это тут лежит, это мне не надо. Мы продолжаем проходить Monster Hunter World. После прошлого видео, многострадального, в котором пришлось мне не слабо так попотеть против Вилханы, я так понимаю, мне придется сейчас потеть еще серьезнее. Но я могу этого не делать. Почему? Потому что я уверен, что я не справлюсь. Вот. Я считаю, что мне нужно подформить сет Визжащей Легионы. Вот что я думаю. Не факт, правда, что это будет успешно. Повышает максимальный уровень заряда лука на 1. Увеличивает защиту при получении... А, это защита. Критический выхват. Блин, ну, 3 шмотки дают заряд лука на 1. Может быть, мне реально подформить еще несколько шмоток луковых. Луковых. Так-то да, можно было бы башку и груда... Мне, блин, покров легианы нужен. Очень. Anyway, я сейчас настроен... Ну, шмотки, все у меня было настроено против Легианы. Вот, я думаю, что в целом смогу сейчас... Ой, против Вилханы. Вот, я думаю, что я смогу сейчас пойти и на спокойных щах сразиться с уже Легианой непосредственно. Оружие, которое я выберу, то будет у нас лук. Я думаю, мне стоит пойти с луком. Потому что тварь летающая. В принципе, много я не потратил, когда с ней сражался ресурсов. Вот, поэтому. Что мы делаем? Берем расследование, посмотрим, может быть, есть какое-то расследование на Визжащую Легиану. Ранг задания берем. Родобан, Тигрекс, Банбара, Беновый, Андагарон. Громовой Ненат, Лазурный Роталос. Что-то не вижу. А, вот Визжащая Легиана. Сколько там? 35 минут есть на нее. А есть еще на Легиану? Я бы с радостью еще выбирал. Легианы и... Блин, жаль. Тут вроде больше нет на нее. Смотрим. Громовой Аньянат поймать. Ага. Вы, конечно, придумали задачку. Ну ладно, пока возьмем вот это. Плюс, думаю, все-таки еще раз ознакомиться с заданиями, доступными мне. Дополнительные. Когти свирепого льда. Ну, давайте, наверное, пройдем вообще все задания, которые дают мне что-либо. Я думаю, постепенно я открою все, что мне нужно. Берем вот это задание. Там у меня Дагарон плюс обычная Легиана. В принципе, легиановских сейчас я подформлю себе. Плюшечек. Пускай. Может быть, еда будет у меня чаще нужная мне, а не которая, ну, порой бывает... юзлесная. Вот. Как бы я просто понимаю, я адекватно, объективно оцениваю свою силу и думаю, что, во-первых, мне нужно все доп-миссии сделать. И потом уже крафтить что-то, связанное с Визжащей Легианой. Так, это мой кактуар. Так. И сразу цели все видны на карте. Это очень хорошо. Можно Келби подфармить. Может, с них сырье упадет. Ну, что-то не падает. Мне с них нужны рога. Наверное, я не получу рога.
Качественная шкура. Хотя эти трое были без рог, поэтому, наверное, я не получу. Ладно. Так, не теряем времени, идем сперва, наверное, от Агарон. Все равно у них зона обитания отличается. А Дагарон просто будет сложнее, еще по той причине, что он огненный, а я с огненным оружием. Кстати, зря я, наверное, с огненным пошел. Кстати, легионовские, может, будут полезны даже мне части. Блять, ясно. Ого, ломает все. Ты что себе возомнил? Блин, кстати, я его почти не дамажу. К слову сказать. Ну, может, затыкаю? Блять, ясно. Порча. Ну, кровотечение, точнее. И цицияку втащу, всем втащу. Я просто сегодня еще говна не поел, только в доте. Можно теперь и тут пожрать. Так, покров уже юзес. А, у них война тут, блядь. Меня сфоткали. Забираем все плюшечки. Ля тварь. Да блин, ну как он меня сбил? Ну хотя я так-то знаю как. Я думаю, это всем понятно, кто играет в эту игру. Боремся с кровотечениями. Не знаю, в принципе, это высокий ранг же, не ранг мастера. Наверное, я должен его быстро заковырять. Да, проблема в том, что я не смог там каким-то ослуком. Даже не могу ранить его. Ну, типа, чтобы больнее ему было. Хотя вроде вот ранил. Только он что-то, блядь, туда-сюда гоняет. Ой, неплохо, кстати. Блин, ну как-то вот так вот надо. О, хорош. Ой, по нему даже вон плюшки прилетают. Сверху. Застанет у меня скотина. Я думал, меня скинет. Видать, правильно сделал все. Сырье цицияку. Дагарон мне в целом не очень нужен. Но за эту миссию дают, по-моему, что-то в столовой. Вот, поэтому надо ее выполнить. О, чешуя. Нормально. Собрал след. Идем дальше за ним. Там есть лягушки, по-моему, куда он пошел. А, нет, это где грибы, понял. Дай выстрелю. Да я же увернулся, или он удар уже начал после вставать. Неизвестно. А как он меня заразил вообще? Чё за хрень? Давай-ка отхиль меня. Бля, такое себе. Да что докопался?
хорошо, как ты? Ну, у него как бы части тела повреждаются, значит, я как бы к успеху иду. По-моему, так же это работает. Хорошо, хорошо. Давай по всему телу. Еще. Такое. Поворачивайся. Блин, ну вроде я так неплохо прошелся по нему. Блин, да как? Я же его... О, чешуя. Адагорон плюс. О, все. Найс, красиво. Довольно быстро. Так, а теперь легионка. Легионка тоже должна быть быстрой. Надо сегодня прям запотеть. Не то чтобы я с Вилханой не потел. Я вроде бы там старался, но... Так, ну-ка, подвинем чуть-чуть. Вот так. Я всегда стараюсь, но, блин, иногда что-то вот прям вообще не прет. И с Вилханой был прям именно этот случай. О, Цицияку. Может его тоже жахнуть? Он, кстати, быстрее отвалится. Да, хочу Цицияку тоже. Я думаю, он прям быстро сдохнет. За то, что фоткает, ходит. Пидор. Не фоткай, бля. Ну и когда с ним разберусь, уже пойду за Легианой. Надеюсь, времени там достаточно. Но я думаю, да. Это же доп. Задание, это не расследование. Обычно на расследование время ограничено порой. Лишние ингредиенты не помешают на самом деле. Что творит? Да как? Ну я же отошел в сторону. Ёбаная хуйня, а не игра. Зарядим по нему. Ну, такое. Ну, хоть... А, отвернуться надо было. Надеюсь, это и правда так работает. Хотя я не уверен. Да-да-да, отлично, подвинулся. Молодец. Напугали меня. Келби. Че, убегает? Ну, кстати, дохнет, так что нормально. Как я планировал. Видимо, все-таки лук с нормальной огненной стихией все-таки это сильная тема. Ну, мне кажется.
По башке. Ну, давай ты сдохнешь быстрее. Чего? У тебя тут точно не хватало, братан. Почему у меня сквозь него идет? А, он на него охотится. Не, ну его я тоже должен быстро победить. Без шуток, мне кажется, я любого смогу быстро победить сейчас. Бля, ну ладно. А можно мне мою добычу отдать? Че, он яростный уйдет? Можно мне? Найс. Не знаю, почему мне такое желание всех побеждать. Наверное, потому что легко. Я такое почувствовал жажду крови. Ну, типа, мне не хватает различных ресурсов, почему бы их не получить? Наверное, он вынужден был уйти из-за триггера игры, потому что этот сдох. Блять, ясно. Издалека нахуй просто. Он большой. Думаю, будет мне несложно. Но он огненный, по-моему, поэтому у меня проблемы с ДПСом. Хотя проблем нет вроде бы. Что? Я не могу подвинуться, блядь. Он меня просто уебал. Еще раз. Ну-ка, хвост ему повредил, можно по нему вжарить. Ага, вжарил, проверяй. Да за что ты меня бьешь? Да бля. Ну бля, в натуре что-то доебался. Давай, давай уже. Мне пора за легианой. Но это как у Вилханы, хрен увернешься от этой волны дыхания свежего. Так, он отступает. Я не против. Чешуя доверия. О, блин, прикольно, падают ресурсы какие-то. Со следов, в смысле. Я не против Эдевилью убить. Как бы, у меня там есть оружие различное, которое Эдевильевское. Можно будет, если я какого-то... Ну, там, типа, как с энергигантом такая же ситуация. Типа, просто у меня энергигантовское оружие есть, а Эдевильевского нет. Вот. Выносливость что-то начинает падать. Ну-ка еще раз давай.
Но я буду туда издалека по тебе стрелять. Такое, кстати. Так, ну зато попал по нему. Ну, он потихонечку отвалится. Главное не пофидить его. Залезь, блядь. Да как это работает? Почему оно такое далекое? Я вроде чуть ниже спустился, и мне должно это было спасти. Ну или не должно было. Почему-то из-за того, что он длинный, хочется по нему прям массовой вот этой атакой попадать. Но это так не ре... ну... порой не очень. Хвостом опять поранить, но не дает он. Ну-ка, попробуем еще раз. Блять, перепрыгивал, он меня скинул. Восстановление, давай. Ну, конечно, он когда вытаскивает, тоже урон наносит. А у него шершавая морда. Все, поранил, найс. Попробую по хвосту. Мне не даст, не даст. Не, нормально. Нормально, слушай, попал. Ну-ка, застанился. Давай. Встает, встает. Блять. Почему у меня заряжается покров этот ближнего боя? Он же юзлес вообще. Даже в ближнем бою дамажит хреново, по-моему. Можно я заберу сырье? Да, блядь. Ну, конечно, землетрясение случилось. Пожалуйста. Давай уже дохни, алло. Там оса, давай, похиль меня, кот. Спасибо. А, ясно, похилил, проверяй. Ёбаный девилья. Психует, скотина. Просто давай дохни. Ты у меня тут бонусом идешь к основной миссии. Бля, я вообще думал, вообще не в меня атака. Давай, я ошибался.
Блин, даже достал. Вот засранец. Ой, кот, спасибо. Как неожиданно и приятно. А, что-то он реально жирненький. Даже для высокого ранга. Что я с ним буду делать, если он на ранге мастера будет какой-нибудь переделанный? Да почему он меня всегда скидывает? Еще и застанет у меня. У кота, кстати, тоже оружие огненное, поэтому у него с Девилью тоже не все хорошо. Ну уходи. Теперь за этим бегай. Не, ну ладно, побегаю. Я уже столько времени на него убил. Есть смысл добить. Он в целом у меня не очень хорошо исследован. Все следы его соберу. Сок бодрости, а то миссия долгая, приходится выносливость терять. Блин, заметил, ну твою ж ты. Какой же ты ублюдок. Ладно, просто затыкаю потихоньку. Конечно, не как Цицияку затыкаю, но... Думаю, тоже затыкаю. Тыкаю же, тыкаю. Значит, и затыкаю. По периметру сейчас бахнем. Ну хоть по хвосту. Ты сам подвинулся, братан, поэтому по хвосту пришлось. Выносливости не было, так бы увернулся, конечно. Ты еще не готов подохнуть? Жабка есть? Он сейчас быстро должен ко мне прийти. Поэтому, я думаю, не зря я сразу спала. Уснуль. Молодец какой. Разбудим его. Там еще одна. А, все, он при смерти. Там была еще одна жабка вообще-то. Куда поперся? Пошли, нам еще надо одну завязать. Ладно. Ну-ка. Ресурсы с высокого ранга тоже, думаю, стоит подфармливать. Вдруг где-нибудь в рецепте будут. Издеваю. Замену, кстати, третьего монстра я так и не вижу, кто появился и появился ли кто-то вообще. Ну-ка. Блин, ну я же прям с краю был. Почему в меня тоже попало?
конечно, блядь, я ничего не делал, просто на него залез. Нельзя было схватиться там как-то. Бред. Может, спать ляжет? Она не порча дракония, кстати. Я не знаю, что она делает. Но она на мне есть. Так, не знаю, ложится ли он спать, но я его оставил в покое, он вполне мог лечь. Да, он лег спать, найс. Это значит, что я сейчас ему устрою. Хвост отрубил. Вы не рофлите? Луком, блядь, хвост. Вон у него жопка теперь в хвосте. Еще раз давай. Теперь по башке попробуем. Вот такое. Спину настреливать буду. Заряжаем, может, сейчас встанет. Ну хотя бы не психует уже. Успокоился. Выносливость надо восстановить. Поднять сырье. Слюна. Все, зверь убит. Найс. Лутаем хвост. Мне кажется, это самое важное вообще, что я сегодня выбил. Блин, ну если на каждом задании я буду вот так вот фривольно еще и фармить все, что есть, наверное, не скоро я эту игру пройду. Ну, блин, нужна отдушина мне была. Вот я и убил всех вообще монстров на локации. Хвост. А до этого мне хвост упал? До этого, по-моему, у меня не хвост упал. Шкура, хвост. Нормально. В принципе, я доволен. Еще хвост. У тебя сколько, блядь, хвостов? Шкура. Не, ну шкура одна, это понятно. Хвостов оказалось три почти. Так, где мне лучше подняться до него? До нее, точнее. Ну, имеется в виду Лигиана. Походу, вот тут нормально можно туда пройти. Ну, пойдем за ней тогда. Правда, она немножко в другом месте сейчас. Ну ничего, я все следы сейчас полутаю. Возможно, это будет фарма видео. Не знаю. О, сырье какое-то вон лежит. Наверное, легиановское. А, она в гнездо полетела. Ну блин, туда так долго добираться. Коготь легианы плюс. О, прикольно. Приятненько. Легиану вообще, мне кажется, должен очень легко уничтожить. По той причине, что она... Это... Да почему? Я же то же самое сделал. Почему это не сработало? Я что-то вроде кленовиного жука хотел зацепиться. Мне игра, ну, пошел нахер, говорит. Не, ну как бы я отчасти это привык. Но вроде как и неприятненько было. Так, легиана еще убежать может, тварь такая, я знаю. Надо было это на жука запрыгивать. Так, ну и она хоть и неприятная, но при этом, думаю, мне будет несложно сражаться с ней огненным луком. Как бы это как раз ее слабость. А, она спит еще к тому же. Начнем с приятного для нее пробуждения.
А какой ближний бой? Опять наделась. Это что было? Это какая-то комбинация? Я не знал о такой. Серьезно, есть такая? Опытным путем открыл. В чем суть, правда, ее я не очень понимаю. Ну, вроде огненное оружие, что-то я не вижу цифр каких-то невероятных. Не, я же вроде ударил ее. Сразу заряжаем. Еще давай. Ой, можно и третий, да? Надо еще раз ее нокнуть. Ой-ой. Ну или она меня нокнет. Кот отвлекает, хорошо. Ну-ка, по башке. Оп-оп. Фига там с ракеты. Ой, как удобно, и башка твоя тут. Давай-ка мы еще раз тебе. Блин, прям будь здоров прилетает. Пока можно, я буду тебя фигачить. Такое. Да я же уворачивался. Какого хрена так... Атака за атакой. Только я думаю, игрок так может. Только. Оказывается, нет. Неплохо. И заряжаем. Блин, она еще и подбита. Все. Опа. Это было несложно. Легиана прям легко отвалилась, но у меня получилось. Я думаю, из-за того, что у меня антистихия к ней, ну типа огонь против льда, звучит вроде хорошо. Доп. Ресурсы выфармливаем с нее. Все, приятно. Еще и можно камни подобывать. Я неплохая, продуктивная миссия. 4 разных монстров прибил. Руды всякой надобывал. Еще и со следов там улутал всякую хрень. Мне нравки. Еще и вот сюда можно успеть. Пойдет. Фу. Кек. Типа устал. Ну, может и не устал, но чаек заслужил. Ля тут цветовая палитра из лута. Рывковый экстракт. О, это хорошо. Мне дали что-то редкое. Пластина. А, пластина. Не сказал бы я, что это редкое. Ну ладно. Ранг охотника поднял, Адагарон исследование. Ботанический центр был улучшен. Теперь вы можете выращивать больше растений. Свои плюсы в этом есть.
Я думаю, там, в принципе, эту ботаническую штуку можно очень сильно развить. До таких степеней. Ну, типа, не то, что у меня. У меня сейчас, наверное, слабое вообще. Готовые доставки. Что, еще могу доставить? Ничего? Ну, ладно. Так. Отправлюсь, наверное, в Астеру. Там, наверное, я получу, ну, прохождение вот этого, ну, эффект, который я сейчас, грубо говоря, выбил в Астеру. Эти все монстры, я думаю, они мне нужны больше для крафта нового оружия, нежели для брони. Вот, но в принципе для огненного оружия мне нужны опять Главенусы, либо Роталосы. Ни тех, ни других я сейчас не фармил. Цицияку, возможно, понадобится для какого-то оружия с начальных уровней крафта. Легиана мне в целом нужна была для различных ледяных оружий. Чё тут? Опять что-то улучшилось? О, на этот раз на верхушку показывают. А, вот это добавилось. Это типа крыша у дерева. А зачем крыша? Спасибо, смотри, как выросло древнее дерево. Всего один мешок и какой результат. Что, хочешь знать, чем я занимался, пока тебя не было? И ты не понимаешь, почему дерево так внезапно выросло? А, оно выросло, да. Что ж, думаю, тебе сказать можно. Блин, он каждый раз так говорит. Все дело в почве. Я собрал почву в гнилой долине. Мы уже обсуждали, что внезапные скачки роста, которые наблюдаются у местной флоры, совпадают с перелетом древних, да? Гнилая долина – это кладбище древних драконов. Так что я решил собрать образцы почвы и посмотреть, как они подействуют на дерево. В общем, оно уничтожило весь объект, командир будет недоволен. Думаю, он еще не отошел от прошлого случая, когда я чуть не взорвал всю Астеру. Ну что ж, придется ему смириться. Но есть и хорошая новость. Древнее дерево выросло, и мы можем принимать еще больше запросов. Надеюсь, ты воспользуешься этой возможностью. Считай, что так ты помогаешь мне в моем исследовании. О, давно не виделись. Блять, очень странный чел. Давай соберем весь урожай. В принципе, я думаю, я сейчас сделаю так. Горький жук, нитрогриб и мед вот здесь. Вот. И используем удобрение. Катализатор, наверное, заюзаю. Вообще, может, мне кажется, он на все должен работать. Так, ну отлично. Можно, в принципе, дойти до кузнеца, чекнуть, что там у меня, может быть, что-то можно скрафтить, что-то можно улучшить. Но я думаю, ничего нельзя. Мне для улучшения вот этого лука нужен главенус. Ющ. Ищ. Да? Да, причем нужен покров Главенуса. Чтобы фармить легко Главенуса, нужно что? Здесь у меня пока ничего не известно. Здесь тоже один ингредиент, как и был. Здесь у меня вот когтищи и осколки Легианы нужны. Но почему-то мне не падает это. Может быть, я просто бил не тех. А вон что-то открылось, кстати. Твердый клык кислотного главенуса. А, это когда я кислотного победил. Вот, тоже из-за кислотного. О, огненный молот. Плотная кость монстра, артефакт драконьей кости. Это драконья. Ага. Тут что у нас? Чё? Нет, я не буду вообще улучшать. Вот это интересно мне улучшить еще. Но тут такая же ситуация, как и с моим луком. Как бы этот тап получить будет несложно. Блин, ну стихия воды мощная. 510. Заточка, кстати, фиолетовая. Что очень даже неплохо. Мастерство, правда, нулевое. Ну хотя бы не отрицательное. Надо будет сделать этот меч. Вот это нужно корова Поки-Поки и
Клык кислотного главенуса. А это вообще что за зубастая палка? Ну это такое себе. Хотя вот это прикольно выглядит вообще меч сам по себе. Такое, такое. Ледяной. Но его можно будет скрафтить, тут нарисовано. Интересно. Так. Вот этот я тоже жду очень. Будет интересно. Наверное, когда нергиганта убью, с него выпадет что-то. Вот это мне тоже интересно. Я это могу вкачать, но дальше неизвестно, куда это к чему приведет. Как бы прикольный клинок. Я не против апнуть, потратить панцирь ксеноживы. Но во что это будет гриндиться, без понятия. Здесь что? Здесь у меня тоже не упали мне легиановские темы. Но при этом это ледяной будет клинок. Ну как когтище легианы. Надо чекнуть. Когтище легианы. Ну это какой ранг? Когтище легианы. ЛХВМ. Вот, смотрим. Редкость 10. А, это на ранге мастера с легианы падает. Все, понял. Понятно. Короче, мне для этого нужно уже на ранге мастера легиан убивать. В принципе, ледяной вот этот клинок, это прикольно. Как раз можно легиану обычную будет пофармить. Ну, блин, не знаю. Мне сейчас нужна визжащая. Как бы не до вот этого говна. Этот я в громовой бахну. Там еще и мастерство есть. Приятно. Ну посмотрим. Пока что вот так. Не знаю, пойти фармить визжащую или может Виухану все-таки попробовать затестить. Куда я иду? А, наверное, в магазин. Да, мне надо в магаз. Ну, с легианой я справлялся. Ой, с Виуханой. Последний раз, когда я не тупил. Но я был с мечом, я не был с луком. Ну-ка, а если я продать хочу? Из ящика. Нормально так понапродавал. Мясо по-астерски. Бинокль. Нахрена мне бинокль? Алло? Ядовитое покрытие. Это все есть у меня. Ладно. Надо попробовать на эту Виухану сходить. Вдруг удачно. Хочется, конечно, кричащую подфармить. Но я, наверное, посмотрю сейчас. Если провалюсь, то провалюсь. Если нет, то отлично. Идем сперва тогда кушать. Блин, вот не знаю, только с луком идти или нет. У меня не получалось с луком. Хотя, быть может, я что-то делал не так. Ну, по-любому я что-то не так делал. Как бы тут даже сомневаться не нужно. Так. Кстати. Небольшая ошибочка есть от меня. Ну, в том плане, что я вебку обычно вот здесь держу. Но по какой-то причине я в этот раз решил иначе поступить. Ну да ладно. Там все равно, кроме карты, ничего особенного не было. Так, похавать я похавал. Предметы сейчас организуем. Ну, бля, предметы организуем сейчас все тут. А че, у меня нету больше этих сок бодрости? Посмотрим. Давай хотя бы 10 сделаем. Ну ладно, 9.
Ладно. Блин, меч. Ладно, меч давай. Сменим снаряжение, возьмем меч. С мечом, мне кажется, больше шансов, anyway. Раз уже проверено существо это. Так, у меня кулон есть? Есть, все. Бронзовый кулон есть. Все, идем за Вилханой, за чертовой. Потихонечку, может, я какие-то еще по-прежнему задания буду делать. Итак, Морозный простор. Клиент, командир полевого отряда. Может, на этот раз мы и защитили Селиану, но все еще не знаем, не вернется ли вскоре Вилхана. Хватит ждать. Навестим ее прямо в логове. Подготовься и вперед, но осторожнее. Задание ранга 5. Убейте Вилхану. 50 минут. Погнали. Хотел бы я сказать вот так вот спокойненько, но... Ранг 5. То есть это пока что самое сложное вообще задание, которое я когда-либо выполнял. Ну ладно. Порождение холода. А почему так долго? Почему так часто пропадаешь? Блин, и ведь, ну, мы отбивались от нее всем вообще, всеми ресурсами. Огромную пушку построили там какую-то. Тут надо было подвести под нее. Там была рельсовая пушка вот такая прикольная. А сейчас, ну, Коль, ты и сам, наверное, справишься. Иди выследи ее. Светлячки уже взяли след Вилханы. Следуй за ними. Спасибо тебе, что ты мне такие советы даешь. Интересно, будет синематик еще один? Или сейчас я просто скажу. О, привет. Я тебя знаю. Ты конченый. Я прям пытаюсь сосредоточиться максимально. Не знаю, получится у меня или нет. Ладно, просто мимо идем. Почему-то подумал, что он сейчас на меня сагрится, этот Вальк. Что, он будет вот там прямо в логове сидеть? Че, Вальк на меня сагрился? Сычары. Скотина тупая. Какие же они бесячие-то, это словами не передать. Да какого? Почему он запрыгнул на меня? Он покров нажал. Какие же вы тварины. Это такое дерьмо. Это словами не передать. Я очень сгорел сейчас. Твари тупые. Ладно, покров вроде пока действует. Я вроде бы натащил меч. Наверное, сейчас пойдем в этот. В его... Ну, это как... А, нет, мы идем не туда. Мы идем для чуть-чуть другое место. Бронированную кожу сразу нажму сейчас, как приду. Надеюсь, я успею. Но у меня вот сейчас... И меч даже наточен мне получше. Можно будет с ульты начать даже. Начать-то можно. Найти сперва эту еще Вилхан. Где вот она? А чё ты не скользишь? Мы же с горки спускаемся. Обычно скользишь. Открыт новый путь. А, да?
Они расширили локацию. Понятно, синематик точно будет. Это да. Это так серьезно. Я так понимаю, это все она сделала. Это так мощно. Грей, это ты? С хвоста феи. Или не, это Хюрин Мару. Опять же, похож на Ксинадживу. Ну, вот этим вот кадром. Ого. Какой-то спокойный монстр. Но настроен явно враждебно. И плащ с меня, конечно же, сняли. Берегись ее ледяного дыхания. Ой, я не знал. Ой, Надь, попал лишний раз. Ну, как лишний. Блин. Меня, блядь, это был круговой удар, а я и знал, что там будет подобное дерьмо. С меня сняли уже стаки, накопленные на вальгах. А, под себя решил бахнуть. Да почему? Ну стой на месте. Скорее уходи, иначе превратишься в ледышку. Ну конечно, блядь, у меня хилка. У меня в метре от нее убивают. Меня слегка драконит эта игра порой. Ну нет, этим попасть было Unreal. Да ну блин, ну... Уф, я думал он в сторону. Ну ладно, когда летает, он, наверное, всегда так делает. Но это я прочитал, уже запомнил. Оно учится. Оно обучается. Ну не то чтобы прям сильно. Блять, ну естественно. Пум-пурум-пум-пум-пум. Фух, успел. Успели. Ну блин, как вообще комбо делать? Как заряжать меч? Я, конечно, может, хрен сказал.
Ну это, блядь, не знаю. Вот против этой хрени я и в прошлый раз не дефолся. Блин, меня это бесит. Тема вот эта, что в этой игре все невероятно нелогично. Типа, ну, мы били его всем селом, а тут я иду один на него. На нее. А шо, кстати, тут? Ясно, она просто убежала. Не, ну не то чтобы я много ресурсов сейчас потратил. Но разочарован во многом. Началом боя. Хотя бы не пофидил, уже что-то. Далеко вообще она? Почему у меня на ней палочка какая-то, блядь, магическая? Это, раньше я уже видел этот значок, но почему? Он не всегда появляется. Типа это сюжетность обозначает или что? Ну, цель отмеченную. Маркер какой-то. Вот маркер. Тут я понимаю прицел. А сейчас что? Я не накопил на фул комбо. Не знаю. Ого. Ой, как неплохо получилось. Ну это Андреус, доджить. Как это доджить? Как доджить? Там, кстати, наблюдает этот пердун. Виверианец. Это Андрил. Андрил, потому что хочется быстрее, хочется попадать всеми атаками. Ну, вот это вот что. Минус покров. Поздравляю вас, Николай. Как ты задолбал просто пробегать и меня вшатывать. Ну, почему я так кувыркаюсь хреново? Че, и застанил меня? Блядь. А, не попал? Ну-ка, надо похилиться там на хилке еще какое-то время. Себя поверил. Ну, мне нужно пытаться вообще-то комбо вязать. Ну хоть выжил. Если я не успею эту миссию закончить, но при этом я не сдохну, будет большой успех, я считаю. Ну, блядь, ну почему?
Он делает одну атаку круговую, потом еще одну. Я, кстати, успел уже сдохнуть один раз. Сейчас проблема не в том, чтобы сдохнуть, а в том, чтобы хоть как-то дамажить. А, кстати, с него спало все это говно. Ой, попал, как хорошо. Теперь ты обычный. Интересно, я смогу помешать ему? Блять, ну почему? Хрен пойми, что я сделал, ну ладно. Хотя бы ударил как-то. По-любому пошла намазываться льдом. Надо как-то... Вон она. Торопиться надо. Но нельзя давать ей преображаться. Хотя вроде бы она и совсем не туда пошла. А, вон камни. Наверное, камни ищет. Или что? Пытаюсь что-то угадать, но не знаю, стоит ли это делать мне. Ой, даже по хвосту попал, которым меня она чуть не убила сейчас. Надо какую-нибудь атаку увидеть. Ну вот я опять продолжаю эту серию атак зачем-то. Два движения сделал, и уже было понятно, что произойдет. Вот сейчас тоже понятно все. Просто иди сбоку и наноси пару ударов. Даже три можно было. Ты шо, с котом с моим сражаешься? Я думал, я твой противник. Понял. На меня чуть не похоронило сейчас. Блядь, ну что за круговой удар? Я откуда знал? Я как раз планировал хилиться, но нет. Окей, первая смерть есть. Тяжело быть рачиной. А есть хорошая какая-то тарелка? Вот вроде неплохая. Так, что буду хавать? Может, древнее зелье просто захавать? И взять в палатке? Хотя не знаю, насколько хватает эффекта, но насрать. Все, валим. Надеюсь, недалеко бежать к этой Юхане в Саратой. Понял. Отказываемся. Так, ну явно не тут она. Она была на обрыве. Ну, вроде бы недалеко. В принципе, морозный простор, локация небольшая. Главное, что меня не респавну... Хотя нет, мне не близко. Я думал, где-то вот здесь она сейчас будет. Уже вот здесь вот поднимусь, и она будет. Ну нет, придется дальше топать. А, это там, где Бариот появлялся. Фу, надо собраться и перестать делать тупые ошибки. Тогда мои шансы вновь появятся. Ля прогуливается. Хорош гулять тут. Под фиолетовой заточкой надо накидать. Да, но я вот это не читаю. Бать. А, все, она вновь ледяная. Ну классно, конечно. А чё? Кот, пожалуйста. Спасибо, кот.
Бля, а чё так сильная она? Сейчас опять круговой будет. Я пока просто пытается попасть по мне. Хилимся, живем. Пиздец. Опять потерял сознание. А чё, у меня одна попытка осталась. Это, походу, Unreal будет. Я не знаю, что мне делать. Попробуем так. Я, конечно, сомневаюсь, но... А что еще делать? Ничего не остается. Я рачина, и я ловлю все плюхи вообще абсолютно. Ну, я не ожидал, что он меня сейчас с этим дыханием шотнет. Да, у меня, по-моему, было около половины хп, типа немного. Но дыханием круговым добило. Мне кажется, это все-таки несправедливо. Ну, слишком до хрена дамажит эта тварь. Хотя задание ранга 5, в принципе, что я ожидаю. Это первое мое такое задание. Я к нему особо-то и не готовился. Ну, типа, я не фармил шмотки под него. А я так понимаю, в этой игре это подразумевается, что идя на нового монстра, ты идешь в фулл сете против его стихии. Типа, возможно, мне стоит все-таки кричащую легиану эту подфармить. Попробуем пожить. Бля, я даже на расстоянии стою, мне этим хвостом прилетает. Да, ну иди нахуй, мне сказали. Ну, вроде дамажится. Вроде даже вот увернулся от кругового дыхания. Не понимаю, почему со мной никто не идет на эту миссию? Типа, почему подразумевается, что я один должен? Ну, типа, я сейчас даже не из-за обиды того, что у меня не получается. Да, конечно, и у меня бомбит. Но в первую очередь, это странно с сюжетной точки зрения. Блять. Очень сложный бой. Короче, треть сносит он этим дерьмом. Тебя. Ну а что я сделаю? Попробуем чего-то добиться тут. Давай уже пролазь, ёпт. А, еще и сверху на меня падает. Ну извините, к такому не был готов. А чё? Я думал, я сейчас похилюсь. Я ошибался, видимо.
Что, проваливает? Блин, самое обидное, что я сейчас выдам хороший отрезок в сражении с ней, доведу ее до смерти, а потом словлю какой-нибудь предательский ваншот. Ну-ка, на голову залез. Ой, как хорошо. Так, надо немножко успокоиться. Бля, ну это было так тупо. Сейчас упаду. А чё, это минус жизнь? А, нет, это я так сбежал, получается. Кек. Да ёбнешься, куда я меня занесло? Тут где-то были палика вроде бы. Да, вон они. Думаю, к ним еще подойти. Мне любая помощь пригодится. Да, я сейчас сдох, но в целом все окей. Это же палика вроде бы там на карте. Или это просто лагерь? Да, еще эти уебаны до меня докопались. Сейчас посмотрим, если это помощники, то... О, это во! Это отлично. Все, могут появиться шансы. Блин, а тут пингвиний какой-то уголок. Прикольно. Привет, ребятки. Как поживаете? Рад был пообщаться. Правда, я с ними не общался, но не отдать им знак внимания было бы некрасиво. Так, отлично. Да, вот этот вот Паликов, Бу или Во, он довольно сильный. Он, по-моему, в отряде, в том, который крутой. Я надеюсь, он в открытом мире тоже сильный. Поверил в себя. Поверь в мечту. Поверь в мечту. На. Фух. Ну, он сейчас стал лучше, больше отвлекаться на моих котов вот этих, нежели чем на меня. Еще бы я не сдох два раза. Точнее, ну да, уже, по-моему, да, два. Блин, а он уже в себя пришел. Опять огненным этим накрылся. Хотя не знаю, как он это делает. Я думаю, ему камни нужны. Может, у него камней не было, я даже так думал. Блять, попал. Блять, ну почему он всю кар на по он на всей карте везде меня может достать? Как меня, у меня прям жопа с него горит. Это такая тварь неприятная. Ну не самая, конечно, неприятная из всех, были и более неприятные.
Но этот тоже очень неприятный монстр. Он сложный просто. Ну, сложно. Я буду ныть. Это видос, посвященный нытью. Как, в принципе, все мои видосы и видосы по этой игре. В частности. Блять. Пожалуйста, дай жить. Ух, задоджил. Андрею. Да хватит! Надоело быть на лоу хп. Фух. В принципе, даже попадания неплохие. Скоро кот меня кинет, этот крутой. Так, чё, от него ничего не осталось? Вроде бы нет. Надо еще все покровы против него поиспользовать. Ну, я имею в виду покрытие, точнее. Так, где лучше до него как добраться? Блин, вот не сдох бы я реально два раза лишних. Мне было бы проще. Так, а как коты эти не хилятся? Барт хилится, а вот этот кот не знаю. Я даже тут достал. Мне казалось, что я не в рендже стою этой атаки. Ну-ка попробую зарядить. Вообще не попал. Этот уже восстановил почти все. Кстати, он сейчас как-то наполовину выглядит. В морозном покрове, а вроде и нет. Или просто я его уже поддамажил чуть-чуть. Бля, поддамажил, конечно, кот. Кот, верю. Да вы оба хотели меня похилить, оба передумали. Почему? Блять. Фух. Да камон, прям в меня разогнался, да. Вроде ослабла тварь. Давай, пожалуйста, ради моего будущего в этой игре. Хорошее попадание. Луком все проще, никаких комбо не надо делать. Бля, он все заморозил вокруг.
Какая-то нереальная сила, если честно. Но это круто. Он как таких существ мифологии даже называли там божественными, ну, которые погоду могут менять. Наверное, он что-то подобное. Чуть не запизделся и не слутал сосульку в башке. Фух, пронесло. Выносливость надо восстановить. Виноват, я это решил сделать. ТП было почти окончание моей карьеры. Меня пощадили, по-моему. Тут хилка еще осталась. Даже две. Куда он меня ведет? Предлагает мне без хилок идти за ним. Ну, типа... Не, я как бы не без хилок, но, блин... Тех точно уже нет рядом. Это мне не надо, мне вот это надо выпить. Скоро кота этого уже не будет сильного. По-моему, я так и не выпил эту хрень. Ясно, я тебя понял. Он не планирует вылазить? Странное поведение. Хорошо, хоть какой-нибудь легионы нет, это мне вообще все заруинило. Спокойно могу вроде сражаться. Блин, ну не успеваю я. Ноль реакции. Бля. Кот, 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 кот! Кот! Бля. Как это дыхание меня всегда подбешивает. Пиздец. Меня он заблочил этими ледышками и убил уже там же. Ну блин, меня не спасет сет какой-то там лежащей легианы. Потому что я сам туплю. Первые смерти вообще были конченые. Блин, что же мне сделать? Попробовать еще раз, только попробовать более сконцентрированно это сделать. Типа и Селиану я защитил с какой-то попытки, со второй, по-моему. И Главенуса я победил с какой-то попытки. Ну блин, вот это вот дыхание... Это прям нечеловеческая тема какая-то. Типа очень больно делает эта хрень.
Ну, мне сложно очень. Это прям объективно. Почекать, может быть. Что у меня можно улучшить, что изучить, что скрафтить. Да вряд ли что-то мне доступно стало. Но с чего бы это? Главенус, Наргакуга, они были доступны. Было бы, конечно, шикарно какой-нибудь из этих сетов себе сбацать. Но мне надо вот это. Мне просто отовсюду по кусочку. Вообще, конечно, грудак бы мне какой-то. Но грудак здесь покров нужен. Здесь, в принципе, не надо никакого покрова. Ну-ка, здесь. Здесь тоже покров нужен. 150 аж. Блин. Максимальное могущество. Да, этот грудак хороший. Ну-ка, у Легиана что? Стремление Легианы. Блин, мне бы две шмотки реально с Легианы. Причем даже, возможно, любые. Ладно, решено. Я думаю, это все-таки меня бафнет. Во-первых, это будут легендарные шмотки. Ну, желтые вот эти. Во-вторых, это будет... как это правильно? Это будет бонус, если я еще две шмотки легиона добавлю. Бонус к луку. Я думаю, я с луком буду больше дамажить. Описание сета говорит об этом, во всяком случае. Вот, плюс это дополнительное сопротивление ко льду, да и брони побольше будет, если я заменю, ну, скажем. Вот у меня есть в данный момент такой сет. Заменить, я думаю, стоит мне. Что, грудак мне нужен? Ну, там нужен, правда, будет покров, вряд ли я выбью покров. Конечно, если выбью, то я заменю да просто две синие вот эти шмотки. Бревот, конечно, сопротивление ко льду. Надо менять еще и башку по-хорошему. Но такой возможности нет. А по статам громовой шлем, он неплохой. Вот. Поэтому буду менять бревота. И щитки Тигрекса. Вот такой у меня план. Вот, но это в следующем видео, я что-то задолбался делать видосы по 3 часа, мне, ну не то, что задолбался, мне кажется, это неправильно. Поэтому теперь видео будут, ну, чуть короче. Вот, как бы, сегодня так получилось, что очень много времени я уделил тому заданию, девилью всяким хреновым. Ну, может быть, мне пригодится для пушки какой-то. В целом это, все равно мне нужно это гриндить. Потому что проходить все эти миссии дополнительные, какие-то ресурсы выбивать, уровень повышать охотника. Поэтому Девили я вообще всего раза два убивал. Поэтому нормально. Но вот Легиану надо пофармить обычную. И надо Визжащую пофармить. И потом идти к Вилхане. Да. Правда, потом, если будет огненный монстр, то мне придется фармить огненный сет какой-то и ледяное оружие. Хотя, anyway, мне легианы нужны для меча ледяного. А лука, правда, у меня ледяного нет. Вот это большой недочет. Ладно, на этом я сегодня заканчиваю. На этой неудачной ноте. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам что-то понравилось. Если не понравилось, можете комментировать, писать свои замечания, критику. Я постараюсь ответить и принять к сведению, если это будет не токсичная критика. Если токсичная, то... я на нее не буду отвечать, либо отвечу тоже токсично. Вот, и всем пока.